многоквартирном доме несколько человек не оплачивают коммунальные платежи и квитанции за вывоз мусора. Как привлечь их к ответственности? Если собственники не оплачивают какие-то виды услуг, в частности коммунальные услуги, это холодная вода, горячая вода, водоотведение, возможно, газ, свет, это головная боль ресурсоснабжающих организаций. Они отслеживают все поступающие платежи и самостоятельно подают на этих нерадивых собственников в суд. Поэтому переживать и как-то влиять, собственно говоря, вам не о чем. Другим собственникам это на их начислениях никак не скажется. Ну, если только собрание вы проводите или заседание вашего совета дома, можно поставить на вид, можно на подъезде разместить список должников только без указания фамилий, только можно указывать номер помещения, то есть номер квартиры. Площадь цокольного этажа в многоквартирном доме сдают предпринимателям. Кто должен оплачивать свет и воду в подвале? Итак, разберемся. Цоколь и подвальное помещение – это, соответственно, общее имущество. Если вы на своем собрании собственников приняли решение сдавать в аренду данные нежилые помещения, и управляющая компания по вашему поручению сдает эти помещения в аренду, то арендная плата поступает на счет вашего многоквартирного дома. Это как доход коммерческий, так скажем. И, соответственно, за коммунальные ресурсы обязан платить тот же арендатор, который снимает в аренду это имущество. Это в договоре должно быть все прописано. Договор аренды должен храниться в управляющей компании и может быть предоставлен любому собственнику на обозрение.